Всем добрый день, с вами Ирина и компания «Стройгарант Анапа». Сейчас мы находимся с вами в станице Гастагайская на улице Зеленая. Я хочу вам показать очень красивый большой дом. Сразу же видим, на фасаде дома у нас расположен очень красивый забор. Сам участок у нас занимает 10 соток. Ширина фасада 15 метров. У нас здесь не только забор, также у нас ворота. А ворота автоматические. Не только красивые, но и функциональные. Пойдемте зайдем уже во двор. Как видите, во дворе у нас тоже благоустроено все. Уложена плитка, также есть места для посадки каких-нибудь красивых цветочек, то есть вы можете развить себе клумбу по вашему предпочтению или может вызвать какого-то ландшафтного дизайнера и сделать это еще более красивым. Данный дом у нас 170 квадратных метров, к дому подключены все коммуникации, свет 15 киловатт, вода скважина и также стоят у нас фильтры грубой очистки воды. Имеется газ уже проведенный, также септик 8 метров и с двумя емкостями выхода. По периметру мы видим, что у нас забор с обоих сторон до конца огорода. Что интересно, данный участок имеет два подъезда к дому. С фасадной стороны и со стороны огорода. Сейчас я хочу показать гараж, который у нас в данном доме. Здесь автоматические ворота. Очень удобно. Гараж 35 квадратных метров. Я думаю, что любой хозяин знает, как его благоустроить. Понавешать кучу разных полок, ну и сделать его под себя. Гараж, крыша гаража будет утепляться. В гараже хочу еще ваше внимание обратить на то, что вот у нас те самые фильтры грубой очистки, скважина. Также у нас выведены под радиатор трубы. Этот провод у нас выведен для генератора на случай отключения электроэнергии. С гаража мы можем попасть на задний двор. Пойдемте, я вам покажу. Ступеньки. Тут плитка будет докладываться. Забор на заднем дворе у нас выполнен из евроштакетника с одной стороны, с другой стороны металлопрофиль. Металлопрофиль будет доделан забор до конца нашего участка. Также на заднем дворе у нас плитка тротуарная, очень красивая. Дом построен из керамзитного блока 32 сантиметра, утеплен пенопластом 50 миллиметров. В доме установлены качественные окна с тройным стеклопакетом и защитой от взлома. С улицы мы сразу же попадаем в прихожую. В прихожей у нас расположен котел и бойлер. В доме достаточно тепло, так как у нас по всему полу первого этажа расположена разводка теплых полов. Из прихожей мы попадаем в большую кухню-гостиную. Сейчас мы ее посмотрим. Здесь хочу обратить внимание, что помимо основного освещения у нас есть множество дополнительного освещения. Также здесь у нас расположена кухонная зона. В кухонной зоне у нас выведены все розетки для, сразу же. Дальше, ну, как бы можете все устанавливать уже по своему решению. В этой стороне у нас кухни-гостиной вы можете расположить, как вам удобно, гостиную зону с мягким большим диваном и отдохнуть здесь. Самая интересная часть этого дома у нас заключается вот здесь. Тут очень красивая терраса в доме с большими панорамными окнами. Здесь должны быть такие большие застолья, собирание многих гостей, своих родственников. Я думаю, с вашим переездом у вас здесь будет очень много гостей. Площадь данной кухни-гостиной также вместе с террасой составляет около 60 квадратных метров. Пойдемте дальше, посмотрим. Еще у нас на первом этаже имеется спальня и большой санузел. Ванная комната у нас
имеет площадь 7 квадратов. Здесь вы можете расположить как ванну джакузи, да, также медадыр, конечно же, унитаз. Ну, можно поставить еще сушилку для белья и можно какую-то зону выделить под гладилку. Здесь полотенцесушитель у нас. И также в ванной хочу напомнить, что у нас теплые полы. Теперь давайте пройдем в спальню, расположенную у нас на первом этаже. Спальня у нас площадью 15 квадратных метров. Спальня на первом этаже также с эркером. В эркере у нас расположены большие окна. Также здесь есть вывод отдельные провода для дополнительной установки подсветки. Вот. Ну вот такая вот красивенькая спаленка на первом этаже. Пойдемте пройдем на второй этаж. Там еще у нас расположено 3 спальни. Также хочу обратить ваше внимание, что лестница на второй этаж в данном доме у нас не похожа на остальные лестницы, так как она имеет закрытый тип. У нее все ступенечки выполнены в закрытом стиле. Еще очень хотела бы обратить ваше внимание на декоративную стену вот этих полочек. Я думаю, что для фотографий или рамочек очень интересная выполненная конструкция. Теперь пройдемте на второй этаж. Мы находимся в коридоре второго этажа. Он у нас составляет 8 квадратных метров. Пойдемте. Здесь у нас, как я уже и говорила, 3 спальни. Первая, в которой мы оказываемся, это спальня у нас 13 квадратных метров. Вот окно, радиатор. Пойдемте дальше посмотрим. Вторая спальня у нас 15 квадратных метров. Тоже окошко, радиатор, розетки выведены также для тумбочек прикроватных. И третья спальня, хочу обратить ваше внимание, эта спальня у нас 17 квадратных метров. И у этой спальни есть очень замечательная особенность. У этой спальни есть просто шикарный балкон. Балкон у нас 15 квадратных метров. Вот. С балкона у нас идет выход на задний двор дома. Ну, также еще особенность этого балкона, здесь есть выход для раковины, горячая и холодная вода. Я думаю, что летом, когда светит яркое солнышко, здесь очень будет уютно пить кофе. Пройдемте в ванную комнату на втором этаже. Ванная комната у нас составляет 6 квадратных метров. Она выполнена в черно-белой тематике. Вытяжка имеется, радиатор имеется. Ну вот как бы так. Стоимость этого красивого дома под видео в описании. Также, если вы вдруг захотите приехать в нашу станицу, мы всегда будем рады вас встретить в аэропорту, забронировать вам номер гостиницы и показать все наши предложения. С вами была Ирина и компания «Стройгарант Анапа». До встречи в новых выпусках!